С точки зрения мусульман, хиджаб – это признак чистоты женщины, которая не желает выставлять на показ свою красоту, скрывая ее от глаз посторонних мужчин. Мадина носит его с 14 лет. Девушка признается, хиджаб заставил ее почувствовать себя более скромной и защищенной. Хиджаб дает девушке женственность, она защищает ее. Это придает скромность девушке. Так считает и ученица женского центра «Гидаят». И вообще считает девушка, хиджаб довольно удобен. Перед выходом из дома не нужно соображать, что же сегодня надеть, и нет нужды тратить время на укладку. Очень комфортно носить хиджаб, я чувствую себя защищенной от всего. Мне комфортно в нем, мне удобно. Но от посторонних взглядов лишнее внимание к себе не идет. И даже когда на улицу выходишь, ты можешь просто накинуть на себя поток и выйти. Ты не заморачиваешься на своих волос, там надо утюжку сделать, кудри сделать. Вот лишнее время не идет. В одном из махачкалинских ателье ежедневно шьют более 500 таких хиджабов. Здесь выполняют любые заказы, но есть и оригинальная специализация – мусульманская одежда. Швеи шьют хиджабы с разными узорами разных форм и цветов. Традиция покрытия волос платками среди женщин характерна не только для обществ арабского мира. К примеру, косынка являлась испокон веков национальным элементом женской одежды дагестанок. В культуре одежды горянок всегда присутствовал платок. Издревле наши женщины, всегда наши бабушки, прабабушки, они носили хиджаб, они надевали платок. Платок олицетворял вообще женщину-горянку. Без платка ее вообще никак не могли представить. И сколько бы ни было национальностей у нас в Дагестане, в каждой национальности есть традиционный свой хиджаб, традиционный свой костюм, который покрывает, значит, все части тела, кроме лица и кисти и рук. Мне кажется, что хиджаб – это не только внешнее проявление женщины. Хиджаб – это в первую очередь, он должен быть внутри. Хиджаб для женщины – это как лакмусовая бумага. То, что внутри у женщины, то и, значит, наружу. В день хиджаба в Дагестане специализированные магазины женской одежды проводят различные конкурсы по завязыванию платков. В учебных заведениях проходят беседы на тему происхождения исламского головного убора. Акция по случаю Всемирного дня хиджаба проходит ежегодно и в соцсетях. Интернет-пользователям предлагают сфотографироваться и выложить в сети свое фото в мусульманском одеянии. Ношение хиджаба – это обязанность мусульманки, однако целью его является не просто покрытие определенных частей тела. Хиджаб несет в себе более глубокий смысл. Один хиджаба призван подчеркнуть, что мусульманское одеяние является требованием веры, и миллионы женщин-мусульманок выбирают его добровольно в знак покорности Всевышнему. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.